ребят. Ну что, показывал вам этого героя уже в такой сборке. В принципе, не стрим, не так. Показывал, где применяют все, все дела. Но я показывал вам без 20-го прорыва. И сейчас она прокачана на максималку. Мы соберем ее на онлайн. То есть мы точнем ее факт. Ремку я зря снял. То есть перед ремком она будет сразу же не исключаться. И сейчас протестим по локациям разным, посмотрим, что как, чему. Так, окей. Поехали, ищем факт. Должен у меня быть факт. Так. Ну а с вас, как обычно, лайки, мы уже девятки сливаем, ребята. Многие их еще даже не качали. Так, факт, ремка, панчбокс, передача, в общем, такие вот дела. По урону, я думаю, тут вопросов ни у кого нет. Поехали сейчас, спросим, или есть у кого-то вопросы. Махатма. Ну привет, Махатма, где ты там? Вот как-то, ребята, так. Да, ее Фрейя сейчас там ушатает. Без вопросов, но видели, да? Махатма просто, к сожалению, исчезла. Герой обалденный. Не настолько он имбовый, как ожидалось, но есть свои плюсы, это будут такие. Забор ломает просто чудесно, смотрите, опа, и забора нет, и половины героев тоже нет. Огник, до свидания. Ну, Фрейя слила, да, хорошо, Фрейя слила, согласен. Ну, вот так вот, то есть, флоп и все. Атака вот такая вот, под 30-ку, жизненный, мирный, хил есть, понижение есть, иммунитеты есть, что еще надо, зональный урон, автопрокер. В общем, песня, не герой, я вам скажу. Но сливается. Поэтому следующий тест, если хотите, можем всего поставить девятку точно. Либо что захотите. Ну, я показывал на битву Кильды. Кто хочет, можете посмотреть. Там тактика. Прохождение очень простая. Пара героев по боках. Все. Ничего сложного, любая раста проходится очень легко, даже с прокачками. Ну, видите, тут просто унизили ее. Ну, теряется деф, и даже 20-й прорыв сливается очень быстро. Так, давайте еще найдем кого-то нуба. Вот интересно тоже посмотреть. То есть минусует она очень прилично, но в такой сборке по ней вам проходит. Ну, мы сейчас пойдем дальше на по локации другие, а там будет интересно. Так, на битве гильдии с Оживой сливов очень много, радует. Так, все-таки поехали на подземке. Многим интересно посмотреть, что же здесь сейчас будет в такой сборке. На максимальный урон, не самое просто интересно. Так, let's go, опа, и все, до свидос, ребятушки. Я скажу вам, такого вы нигде не увидите, это просто зло для этой подземки, нереально. Я, честно говоря, сам в шоке, посмотрите, иммунитеты, отхил, до свидания, слили. Ну посмотрите, как она там. Я не знаю, даже тот же самый Анубис, да, давайте сейчас сравним, сделаем тест. Вот Анубис, поставим на Анубиса по боксу тоже. Так. Уже еще весну. Дали, да? Анубис сосет лампу. Китаем, хоть он там и с панбоксом. Все дела. Ну так, такое. И тут только опача. И все. И до свидос, ребятушки. Этот герой офигенный.
просто обалденный. Да, он идет по всей карте. Зона небольшая, но мне этого хватает вполне, чтобы шатать как бы надо. Так. Пятая Let's Go. Тут, конечно, лучше ладушку, чтобы она включена была сразу. Немножко других героев, потому что опасно. Но это все фигня, она все равно будет шатать. Она будет шатать, и надо кило немножко побольше ангела надо поставить. Перед включился. Все равно эпический. Но вопросов, думаю, у вас нет. Так. Давайте на 7-10 просто забежим, поздороваемся и убежим. Let's go, просто пропадаю. Ну и чё, как вам, ребят? Мне нравится. Мне реально нравится. Я говорю, то, что делает, это нечто. С ней я прошел древнюю там. Очень помогло. Так, хорошо. Поехали дальше. Арена. К сожалению. Картинка сегодня у нас такого нет, но мы постараемся хоть что-то найти, пока будем бегать. Я тут мандаринку съем за нее. За мандаринку. Урон, конечно, не будет. Офигенный. Ну, приветушки. Прикольно, как либо аура, либо фунтбокс. Это, конечно, круто. Так, ну тут, я думаю, у нас сейчас салют в такой сборке. Но мы хоть посмотрим на это все. Вы посмотрите, она практически там лазуришек у нее. Почти. Давайте еще раз. Смотрим. Ворожей, приветушки, ворожей, да. Нет, все-таки не вариант, тут не тащит. Идем опять тестить имбу. Случайно задело. Не бывает. Это не то, это не наш уровень. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Герой действительно обалденный, массовый автопрокер на волнах. Я показывал вчера на стриме, тестировали, волны проходят на ура. Волна АА, там АЕ тоже можно крутить. То есть будет это однозначно плюс. Поехали в самую основную локацию. Сейчас я немножко ее отодвину назад. Так. Будем бить, как то есть. Там был лазуля. Второй эволюция. Ну, был. Думаю, не стоит. Просто помолчим и посмотрим. Хорошо, мандрин, ребята. По-любому, кто-то тоже захочет его может смотреть мандрин. Так, окей. Сюда интересно, кстати, сейчас будет посмотреть. Она против коридора, как на стрелка. Вот она включилась, ну
Вы кого-то там видели, я нет. Честно, без слов. Просто смертушка одна. Кто может ее еще ушатать? Конечно, Огник ушатает, Фрейя топовую ушатает. Но она создана для пачки. Отлично. Были герои. И нету героев. Что там, ребят? Как вы? Хотите этого героя? Кстати, сейчас если кто-нибудь ремочный, будет очень интересно. А он не ремочный, и мы говорим ему «До свидания!» Фрейя, до свидания! Просто есть. Что? Да, у нас будет шок, у меня тоже шок, потому что я вижу. И пять героев у нас только шатают, блин, и тоже с 20-ми прорывами, как она одна. Последний вариант. Тут имба герои. Ну давай, 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 давай. Шатали. А знаете почему шатали? Отражал. Это самый основной минус. Проблема с третьим талантом, который был еще в отражении. Там будет меньше урона, но зато там будет 100% уже она тащить. Против отражала, против Асуры особенно. Вот, ребятушки, как-то так. Такой вот герой, не знаю, мне она нравится во всех локациях. Что на древних, что в подземках, что в забытой. Там еще атака крутого у нас осталась. Надо еще протестим, посмотрим. Там выживание стоит на лип, посмотрим. Да, походу. Не знаю, герой реально очень крутой. Скажем так, востребованный и универсальный. Как я красиво сказал. Ранг экспедиция. Тут это не особо смысла тестить нету, тут герои длительное время будут не прокачанные. Давайте еще сбегаем ради интереса. На древние. Как раз у меня серые, против них зеленые. Вот оно есть. Тут уже есть фей, как видите. Смотрите, как. Не, ушатали ее, кстати. Очень быстро даже ушатали. Но она здесь смотрится, когда надо очень быстро убить героя где-то вблизи. Ну и надо, видите, с ним все-таки пак снимать. А жила, мне кажется, было намного круче. Ну, ожила, опять же, ожила, смотря куда, с пактом она смотрится, как убийца реально. Просто тупо считает. Все, пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Пишите, что вы думаете по поводу этого героя. Всем удачи, всем пока.